Я не хотел сказать, но придется все равно раскрывать одну вещь. Мы сейчас одного депутата Жогорку Кеңеша поймали. Я ее имя не буду озвучивать сейчас. Он сейчас платит государству крупную сумму денег за то, что он совершал 8 лет назад одно большое преступление. Понимаете? Так? Мы ему поставили условие, что он крупную сумму сейчас как бы возмещает государству. И он будет возмещать. Он же половину уже заплатил.